Здравствуйте, дорогие друзья. Я Ли Йон Сон, Южная Корея. И очень приятно было слушать вас, ваше исполнение. Я как певец, академический певец, я побываю на конкурсах, международных конкурсах, членом жюри. Для меня самое важное, это когда ты поешь, знаешь или нет, о чем я пою. И показывать, о чем я пою, показывать сначала лицом и целом, и словами. Некоторые, не зная, поют. Это уже показывается лицом, что я не знаю, о чем я пою. И слова очень плохо произносят. Это для меня большие минусы. В общем, в этом деле, а мне очень понравились три певцы. Это есть Полякова Василиса. И еще Виктория Щегрин. Виктория Щегрин и Мария Бульда. Вот. В общем, они знают, о чем я пою. И все показывает. И еще важно, что не слишком. Не руками и плечом не так слишком, а просто так. О чем? Если о любви, вот таким лицом. А если о тоске, вот так. Не слишком, но обязательно надо все понимать о тексте, о чем писал поэт и какая музыка. Это все есть в мозге и в губе, и глазами все показывать. Не слишком, не так слишком, а просто так. Но обязательно, чтобы все понимают, о чем он поет. Так. И в этом деле мне три девочки очень понравились. Не так слишком, оно все понятно. Хотя, если кто-то не знает язык, ну, им все равно понятно, потому что они так сами понимают и показывают. Вот в этом деле мне трое девочки мне понравились. И, в общем, это есть. Если они так поют, и жюри обязательно высокий балл дадут. Но все равно вы все хорошо пели, хорошо исполнили. Я вас всех поздравляю. До свидания.